Всем привет! Сегодня я покажу, как прокачать тормозную систему. Так, в первую очередь, что должен быть? Полный бачок здесь залить. DAT 4, ну, разные компании есть, без разницы. Так, потом у меня есть, так, вот такая система. Нет, да? Вот такая система. Так, для прокачки. Так, что надо сделать? Сперва долить сюда надо. Долей сюда, пожалуйста. Вот. На, доливай. Ну так, чтобы чем больше, тем лучше. Больше всего ничего нету. Да хватит, я же там же бачок полный сделал. Это можно одному сделать. Не надо ни напарника, никого. Только единственное для фуры надо. Не, ну нужно наблюдать, чтобы вот до этого уровня не дошло. Да, это придет. Нам сообщение пришло. Сейчас. Так. Вольво спрашивает, куда вы приедете? Пускай машина пригонит к нам. Скажи, что мы просто по уши заняты. И не знаем, дилеры заебали мне. Так. Мы... Так, музык. Да, надо на нем. Да, надо причин найти. Так, ну этот сторона. Мы будем воздух подключать. Да? До колеса можно подключиться. Как раз здесь давление маленькое. Нормально будет. Так, сейчас мы идем. То, что цилиндр вы, например, разбирали, или ремонтировали, или меняли. Короче, надо сделать ему вот здесь вот, открутить эту трубочку. Так. Вот, для подкачки. Вот он. Сейчас я принесу фонарик. Так, что мы дальше делаем? Откручиваем сосок. Этот. Так, вот этот сосочек откручиваем, где будем подкачку делать. Так, мы вот его открутили. И этот ключ мы оставляем там. Так, засовываем туда шланг. Да. Потом что мы делаем? Вот у меня сейчас я открываю бутылочку. Это как бы такое тяжело. И камеры лежат. Ну, сейчас мы постараемся. Так. Так. Совываем сюда бутылочку. Так что там удержался, бляха-муха. Вот так сделаем. О, хорошо, да. Так, идем сейчас подключать эту систему. Так, это так, поставим мы его сюда, пускай здесь стоит. Так, это обратно проверяем тщательно и подключаем до колеса. Сейчас где-то пошел дело. Так, идем сюда и проверяем. И можно больше добавить. Вот пузырьки пошли. Пузырьки пошли. И надо ждать, пока перестанут эти пузырьки идти. Естественно, надо туда идти.
идти смотреть, что там бутылка у меня посташился резервуар. Да не, иди сюда. Подержи бутылку. Или посмотри, что там. Бутылки еще есть? Так, ждем его, пока мисс. Ну, где-то грамм 100, чтобы добавился. Так. Да, пускай. Ну, капельки еще, да? Пузырь был только что. Ну, таким образом можно полностью систему прокачать. Удобная вещь, очень удобная. Можно самодельно сделать, но я взял только этот набор, потому что там эти колпачки были, вот это, что сверху. Да, для резервуара, куда заливает жидкость, они для всех моделей, для фуры, для всех. Там их 5-6 видов колпачков на крышку одевается. Все. Так, сейчас пускай стоит. Вот здесь сейчас поближе сделаем, чтобы он не падал. Пойдем туда посмотрим. Так. Так, вот у нас. Бачки есть. Вот у меня, видите, вот крышки у меня 5 видов есть, вот таких резервуаров. Только из-за этого я взял. А так можно было бы самодельно сделать. Сейчас потихонечку идет. Сейчас проверим. Краник еще добавить, без разницы, чтобы быстрее еще пошел. Поднимается. Вроде бы нету пузырьков уже. Уже можно, в принципе, и закрывать. Сперва мы закручиваем здесь. Потому что вы так не успеете, воздух в систему зайдет, понимаете? Вот, закрутили здесь. И идете сюда. И надо сейчас вытянуть сосок. Вот это. Все. Все. И вот вы его систему полностью прокачали. Так, сейчас мы это откручиваем. Так, это так поднимаем, чтобы вывелся сюда. Так, все, ребята. После этого вы берете, закручиваете этот его родной колпачок. Даниил, на тормоз нажми. Нет, тормоз. А ручник отпусти. Закрыто? Да, ручник отпусти, и мы сейчас проверим. Так. Чуть-чуть нажми тормоз. Давай, давай. Давай, давай. Оп, все. Со всей силы. На. На соси силы я, да, и отпусти теперь. Все. Нажми обратно. Нажали, отпусти. Он должен сразу отпуститься. Когда вы, если воздух в системе, вы на тормоз нажали и отпустили. Если он сразу не будет холостой ход такой, значит вам еще надо прокачать. Но этой системы, которую я показал вам, оборудование самый легкий, самый быстрый и самый надежный.
Все, ребята. Всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Бай-бай.